Добрый день! Представляем обзор лыж Fisher Carbon Light Classic Cold Medium Knees. Давайте посмотрим поближе. Носки у лыж карбон, что одной, что у второй. Карбон тип, имеется сотовая конструкция. Classic Cold Carbon Light RTS. Имеется скан, который можно отсканировать, и выходишь непосредственно на сайт Fisher. Я имею в виду не в России, а официальный сайт Fisher в Европе. Лыжи имеют сотовую конструкцию. Мы можем это видеть. Она хорошо просматривается на всех, на всей поверхности лыжи. Лыжи имеют пластину низ. Мы можем ее видеть. Вот она. Пластина достаточно длинная. И вот ее конец, этой пластины. Имеется патент. На эту пластину. Что касаемо креплений, как застегивается крепление, я вам сейчас объясню. Есть специальный ключ Rotefeller. Вот в это отверстие вставляется ключ. И до упора отжимается вниз. Тем самым можно крепление двигать либо вверх, либо вниз. Тем самым подгоняя размер крепления под ботинок. Вот по этим, так сказать, прорезям крепление двигается. То есть она держится вот на этих вот по щелчкам, мы двигаем. Также и пяточная часть, вот в это отверстие также вставляется крепление, отжимается и двигается. Очень удобно и очень надежно. Пластина установлена непосредственно на заводе, имеет одно единое целое с лыжей, она клееная. Повторюсь, очень надежное крепление. Лыжи имеют знак Race Code, подтверждающая высокое качество, ростовка 41-44-44, сердечник AirCore Carbon Light. Мы можем видеть производителя со штрих-кодом. Лыжа имеет жесткость Medium, Carbon Quail Cold Medium Racing, штрих-код, скользящая поверхность DTG. Модель имеет ростовку 197 сантиметров, вес 980 грамм. Лыжи изготовлены в Австрии. Мы можем это видеть. Пятка также карбон. Вот она. Мы можем видеть эту пятку. Карбон Tail. Что одна лыжа, что вторая. То же самое. Карбон. Мы можем это видеть. Карбон Tail. Made in Austria, ростовка, указана через дробь классическая конструкция N12, я поподробнее попозже объясню. Carbon Pro Tail, сердечник AirCore Carbon Light, ростовка также указана. Знак Race Code имеет все топовые лыжи от Fisher. Мы можем видеть сотовый сердечник, хорошо просматривается. Крепление установлено так же, как и на первой лыжи, что я показывал. Абсолютно все так же крепится, ничего сложного нет. Что пяточная часть, что носочная. Устанавливается непосредственно ключ, как я уже показывал, в крепление. Отжимается и двигается либо вверх, либо вниз.
такие вот лыжи. Лыжи покупались в сети магазинов Trail Sport во Владимире на улице Батурина. Качество очень высокое. А теперь давайте я вам объясню. Здесь на внутренней стороне лыж мы можем увидеть штамп. Вот он. Мы видим его. А5 81. Мы его отчетливо видим. Он выбитый. Не просто краска, а выбит. Лыжи классические, без всяких насечек. Насечек на них нет. Обычные лыжи. Лыжи. Что касаемо вот этого штампа с буквой А5-81, что это обозначает, я объясню. А5 – это универсальная холодная база на температуру минус 2 и ниже. Код заводской структуры С11. И 81 – это или 812 – универсальная классическая конструкция. Такие же лыжи могут производить на Украине, но топовые лыжи на Украине не производятся. Австрия не отдает в производство топовые лыжи. Качество лыж очень высокое. Лыжи достаточно легкие. Вес пары составляет 980 грамм. Их практически не чувствуешь. Вот такие вот лыжи. На лыжах имеется, еще раз повторюсь, покажу, имеется штрих-код с адресом производства Fischer Sports GmbH Fischer Strasse 8 A4910 Riet IL. Лыжи подлинные. Если кто-то, у кого-то возникли сомнения в подлинности лыж, вы можете сами зайти в сеть магазинов Trail Sport и убедиться. Эти лыжи подлинные. Цена лыж была без скидки по карте 22,035. Цена со скидкой по карте 17,628. Лыжи, модельный год лыж 13-14 модельный год лыж. Вот такие вот лыжи. Качество очень высокое. Повторюсь, лыжи не дешевые. Так как идет карбон, что на пятках, я вам показывал, что на носках, то же самое, карбон. Мы можем это отчетливо увидеть. И написано Carbon Tail. Вот такие вот лыжи. Такой обзор на сегодня. Так что решайте сами, на чем ездить. Лучше купить один раз оригинал и получать удовольствие от катания. Спасибо за внимание. Всего доброго.